Мелкий домик конопатил. Аист прилетел. И я успела даже достать камеру. А, короче. Аист. В полосках, по-моему, 3 или 4. Тоже на ютубе. Может быть, потом Юля купила еще в Угличе. И все они никак не съедались. А пришлось их съесть на ужин. Солнышко выходит. Вчера напоролась, а кошку приняла. Она такая, не совсем кошка. Они же могут быть, мало того, что они чичилки, их там бит. Если днем нормально, то вечером-то как-то стемновато. Одно если. Очень удобно. Вот, видите, тут ровно так вот к стене. А теперь вот такой кусок. Плюс мне это достанется, а не на пол или там еще непонятно кому. И вот эти, по ходу дела, ноты, которые я тут нашла снова, когда у меня подруга играла на пианино. И это даже, что там делала, что там дописывала. Точнее, не дописывала, но именно потом ушла, я где-то через два сыграла и только явилась. Но на самом деле она довольно простенькая, там практически вот так, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Аккордики такие. Монтирую, я сейчас поставила на монтаж, на оптимизацию сейчас идет. Третий день моего бытия в Абхазии. Взяла камера и сама включилась, сама выключилась. Поудаляла эти сейчас. Попугаю. А любить тоже есть, но не то, чтобы это не фейховый аккаунт. Я когда покупала в 2013 году планшет, я думала, что каждый раз надо новый аккаунт Гугля, и что тот оригинальный не подойдет, и я сделала там еще один аккаунт Гугля. Канал на одном таком. Я еще думаю, блин, то хоть так, как раз этот трейлер, где там в парике что-то срежу. И я думаю, ну, этот мозг, эффект, мелодию даже вспомнила, хотя нота у меня вообще где-то там, музыку думала поставить. После этого я стараюсь не есть и жалуются на какие-то проблемы со здоровьем, думаю, блин. Повторится человека ты встретил сегодня. Мне сквозь туман прорваны черви, и змеевика ты стреляешь с крыши. Она считает, что у нее нет там слуха, типа, потому что ее родственники так говорили, я считаю иначе. И ее муж спрашивает, типа, что такое? Разделяется. Но иногда вот люди видят волк. Как бы они к нему, как бы когда учился, а потом я заново учусь, вот как можно заново учиться чему-то, что ты и так умеешь. По-моему, бесплатно.